Несколько капель этого клея в буквальном смысле на вес золота. Все потому, что делается он из крайне редкого плавательного пузыря осетровых рыб. С древности именно его использовали при создании икон, и для реставрации он подходит лучше всего. С виду все просто: намазать клеем поверхность, наложить папирус и прогладить утюгом. Но на деле процедура кропотливая и сложная. У мастера нет права на ошибку. Обрушивается грунт, вздувается, красочный слой отшелушивается. И первоочередная мера сохранить такие разрушающиеся иконы – это их законсервировать, то есть укрепить отставание. С очисткой поверхности еще сложнее. Здесь используют бычью желчь. Она бережно снимает гарь и воск, при этом не травмируя красочный слой. Иконы в старообрядческом храме уникальны 17, 18, 19 веков. Научиться искусству реставрации могут все прихожане церкви. Поэтому для нас очень важно вот сохранить дальше ее, чтобы последующие наши поколения приходили, дети также молились на эту икону. Вот. Здесь была вот очень большая трещина, мы тоже ее склеивали, ставили вот зажимы и будем дальше укреплять, подкрашивать. Это уже второй мастер-класс от Дарьи Мальцевой в Самаре. За курс удается восстановить порядка 10 икон. Все они возвращаются на свои законные места в храме. Марьяна Мирная, Сергей Баскин. События.